Готовим говяжьи фрикадельки по-азиатски. Берем говяжий фарш. Дальше добавляем одно яйцо, соевый соус, панировочные сухари, чеснок, имбирь, зеленый лук, соль, перец чили и черный перец. Хорошо все перемешиваем. Формуем фрикадельки. Выкладываем форму для выпекания. Вливаем немного масла и выпекаем 30 минут. Для соуса берем сахар, вливаем горячую воду, растапливаем полностью сахар, добавляем соевый соус, перец чили, имбирь, дальше чеснок, перемешиваем, добавляем черный перец и кукурузный крахмал, разведенный в воде. Вливаем соус на сковородку и увариваем до загущения. Дальше кладем фрикадельки запеченные и тушим в соусе 5-7 минут. Фрикадельки по-азиатски готовы. Всем приятного аппетита! С вами была Дания.